Всем привет! Я начинаю прохождение Postal Brain Damaged. Игра вот вышла довольно недавно, и вот я сейчас хочу ее пройти. Я проходил демо-версию, вот там вот будет... Там вот в том углу где-то будет это... Как уж ее... Ну, типа... Это... Подсказочка маленькая про, типа, этот видос, который я делал по демо-версии, ну и... Сейчас вот у меня будет полная версия, так что начинаем. Вау. Ага. Выбор уровня. А, типа тут три главы, я так понимаю, по пять уровней в каждой. Окей. Darker. Ладно, начинаем. Средний уровень сложности, да, я не хочу слишком запариваться, потому что я как бы... Играю не особо хорошо, я так понимаю, как бы я пока демку проходил, подобные игры никогда не играл раньше, так что ладно. You are about to enter another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You are moving into a land. The fuck? Get out of here, you Rod Serling wannabe. This is my dream. So, listen up. As I said, this is my dream. Like, you will encounter things so fucked up that the current global situation will sound perfectly sane in comparison. Once you see this shit, there's no coming back. And it all started with a TV. Yeah, I'm a simple man. I hear about that one kooky punch-drunk German director guy's best video games movie marathon, and I want to see it. Like, you know, in the name of the kink instant classic, House of Death? Fuck yeah. Fart cries? Boom! Headshot. But... fuck. There's something really, really wrong here. I wake up in a suburb of all places, like it's some shitty nightmare. A neighborhood full of trigger-happy retired policemen, saggy middle-aged soccer moms, and really angry, leg-biting, ass-munching pet pooches. Oh, and my TV isn't working. And that, my dear friend, is only the beginning. So, this is my story. It's a beautiful day. No, no, it's not. There's nothing beautiful about fucking suburbia. It's a goddamn nightmare in pastel and beige and SUV. Oh, wait, SUV isn't a color. Or is it? Buttocks queens, cardigan yuppies, trigger-happy retired officers, and 1.5 golden retrievers per household. Can I wake up now and get my TV? Да, это тот же текст, что и был в демо-версии. Straight out of suburbia. Да. Первый уровень у нас начался. Smells like barbecue and quiet existential dread in the air. Must be the suburbs. Угу. Да, тут надо сейчас мне в настройках чуть-чуть покопаться, потому что тут совсем мышка очень медленная, это жесть какая-то. Ну, вроде вот так вот получше. Е, да? На И у меня тут открывается, все само по себе подбирается, да, все точно так же. Окна могу открыть. Там ничего нету? Нет, похоже. Ладно, давайте исследовать. Оружия у меня пока никаких нет. И, конечно, скорость тут бешеная. Тут, мне кажется, реально голова может начать болеть, если долго в это играть. Уж тут прям вот дичь какая-то. Да? Так говоришь? У меня оружий пока нет совсем, да? Никаких. Тут я могу вот так вот писать, да? Еее. Так, да, тут нужно ключ. Ага. Лопата, я получил ключ.
Замечательно. Фига тут трупы отлетают. Жесть какая-то. Ну-ка, надо наверх сходить. Надо все поисследовать. А, у меня синий ключ. Я могу, да. Типа... И могу также щит использовать. Вау. Прикольно. Я красный ключ тоже тем временем подобрал. И пистолетик. Да, я могу правой кнопкой делать, чтобы у меня типа прицел наводился, и потом сразу их всех убивать с одним выстрелом. Это клево. Да. А, ну да, тут можно вот так вот делать. Да? Уже нравится? То ты жалуешься, то говоришь, что... Ай! Ой, я напугал, да? Я могу погладить, да? Я думал, что я могу погладить. Оказывается, я что-то совсем не то сделал. Ладно. Бывает что. Так, тут пописать надо, это да. Да, вот этих мразей я помню. А я бошки им прям отстреливаю. Сдохни ты уже, что ты живешь-то вообще, что ли? Так, я тут был? Я вот оттуда пришел или что? Да. А, вот, все, теперь понятно. Вот тут теперь открыто у нас. Блин, надо мне привыкнуть отбивать эти выстрелы. А то что у меня уже здоровье как-то... маловато. Откуда вы меня стреляете-то? Ну-ка, я сейчас просто потренируюсь. Ай. Ну-ка, давай еще раз. Давай, я хочу отбить. Как-то он не отбивается. Ну, хотя бы меня при этом не дамажит. О, найс. Almost makes me peckish. Так, ладно. Тут пистолетные пули. Вон там что-то есть. А я отсюда только что пришел, да? Тут, по-любому, где-то можно пробить забор, чтобы туда попасть. Ну, либо не здесь, а где-нибудь в другом месте. А, это с той стороны можно как-то попасть. Я не знаю, насколько долго мне стоит исследовать все эти уровни. Ой, какая... страшная псина. А, вот отсюда я могу пойти, да? А, я не успел. Ну-ка, надо поаккуратнее быть. У меня здоровья вообще что-то уже мало. Тридцать всего здоровья. Ага, броня. Это все броня. Хорошо, ай. Что, да, тут уже посложнее, чем было в этом, в демо-версии. Надо мне как-то поаккуратнее себя вести. Я пытался вот в него попасть. Ага, это здоровье восстанавливает. Вау. Зачем столько туалетки? Что это такое вообще? Вообще, что такое? Это человек или животное было? Пописать надо.
Давно не писал. 14 еще осталось. А, надо унитазы все опасать. И тогда что-то будет? Окей. Как скажете. Что это вообще такое? Я не знаю. Так, 12 осталось, да. О, тут их целых 3 штуки. Мочащ, походу, бесконечно. Так. 9. Сейчас будет 8. Потом 7, 6. Конечно, очень весело. Они же не все в этом доме, типа, заныканы, поэтому... Просто, когда я в первый раз сделал, мне такое не написали. 4 осталось. Просто реально странно, почему... Может, я что-то все-таки тут еще упустил? О! Походу, реально это все в этом доме, и тогда что-то мне дастся. 3 осталось. Вот они все заныканы, блин, за дверями в углах. Даже тут нету. А в ванной можно встать? Похоже, что нет. Надо, значит, мне найти еще 2 этих туалета где-то, которые я еще не нассал. Только где они могут быть? Ага, нашел один. И один всего остался. Где он может быть спрятан? Очень так сильно спрятан. Вот в этой комнате, в первой, что ли? Ну нет, я тут вроде... Он же не может быть снаружи где-то. А вот он заныкан где. Сикинс. Даже вы слово «секвенс» не смогли правильно написать. Тут дерево летающее. Пью. Пью. Прикольно. Сикинс, блин. Это тут не будет этой огромной хрени? Так, ладно, этого жирного я завалил. Так, мне нужны патрончики. Ой, то есть, в смысле, здоровьица. О, мясо. Пицца, то есть. Совсем уже не понимаю, что вообще говорю. Я все еще... У меня не на автомате. Использовать Q для блока. Так, тут все дома закрыты. Значит, я не смогу все подряд исследовать. С одной стороны, это, возможно, и хорошо. Да блин. Но мне нужно полечиться. Могу вас, конечно, всех поубивать. Да, я помню, что в демо-версии, когда я Q нажимал, чтобы, типа,
заблокироваться или на что-то того. Там он именно вот эту лопату доставал. Специально, даже если у него другое оружие было выбрано. То значит, это все по-другому сделано. А что мне, кстати, за ту секвенцию эту пройденную дали? Ты стоял в другой комнате, специально прибежала ко мне, чтобы побояться. Угу. Ладно, понятно. Вполне себе логично. У меня три хпшки. Вот это было неожиданно. Так. Мне нужно похилиться срочно. О! 30 здоровья. Хоть что-то. Блин, что-то я как-то очень хреново у меня все получается. А, это у меня максимум патронов, да? Да. Десять брони. Здоровье, пожалуйста. Это людей, что ли, убивать? Да, из них по одному здоровью выпадает. Ладно, 34 это уже не... Это уже не 3. Опять же, о, еще 30. Кайф, кайф, кайф. Странно. Все вот это. Да. Что-то происходит очень непонятное. Я так могу вылечиться до максимума, да? Конечно, жесть какая-то, но типа, ладно. Так, здоровье еще. Сейчас почти сотка уже. Кто там выпендривается? Окей. Так, на кошек насрать уже. О, сколько тут брони. Что я там разблокировал? Кошка. Ладно. Тут, да, вот эти какие-то скрытые плакаты есть, которые можно находить. И тогда что-то будет вроде клевое. Так, этот дом я исследовал, да, я так понимаю, раз тут дверь уже открыта. О, нет, это вот это... Говно. Найс. Не смог. Надо от них просто так уворачиваться ловко, и все будет замечательно. Я тут был, да? Судя по тому, что тут все просто раскидано и разрушено, да, я тут, скорее всего, был. А я когда... Типа, навожу цель. У меня, как уж его полностью, как бы тоже 3 пули тратится. Или одна только. Ух ты, там что-то вот интересное слева.
Так, я, пожалуй, пока не буду их агрить. А, там надо подписать, кажется, на бочки, на вот эти, да? Ну-ка, 88. Ну, хочу одного из них. Ладно. Нет, все-таки тратятся три пули. То есть как бы неважно. О, я могу их, эти останки, так сказать, пить и жрать. А у меня полное здоровье, типа, хотя так-то оно может и дальше идти, я знаю. Но я могу еще и это выпить. Так, окей, я механики новые узнаю тут постепенно. Так, вон в тот дом можно. Тут дофига таких домов, которые вообще где-то не на главной дороге. Ну, конечно, если я первый день так долго прохожу, если их всего 15... А, нет, это все, я тут уже был, это все просто немножко закругляется. Ну, не вот так вот пока что, но закругляется. Ну, если я первый день так долго прохожу, то... Так, сюда нельзя, да? Ты просто? Да. Тут... Есть здоровье, вот, я могу его больше даже делать. 101 вот у меня. Так, вот там нужен желтый ключ. И за этим домом красным те бочки. Окей. Вначале схожу вот в этот дом, который вот здесь вот, а потом уже пойду вот в эту хрень стрёмную. Там, я помню, будут эти псины страшные, сильные. Так, отлично. Ой. Окей. Ты, блин, Sims какой-то тут происходит непонятный. Еще плакаты какие-нибудь, или только по одному в уровне? Хотя, скорее всего, по одному в уровне, потому что вроде я где-то читал, что их 15. Что я когда пытался узнать инфу, сколько всего тут уровней, чтобы, ну, примерно мне прикидывать, сколько времени это все может занять. Я там натыкался вместо этого на инфу, сколько этих скрытых плакатов. И вроде их 15, если ничего не путаю. Так, в холодильнике есть еда? Да. 107. О, бассейн. И на дне люди. Конечно же. Блин, я не могу это использовать. Если их всех разрушу прям полностью. Этих людей. У меня за это что-то будет? Похоже, их и нельзя полностью прям... разрушить, так сказать. Ладно. Так, я вот отсюда пришел, а тут тогда что? А, тут ублюдки. Это желтый дом? Да, это желтый дом. Который я пока не могу зайти. И вон туда тоже. Ну ладно, тогда идем вот в этот стрёмненький дом. Надо было сейчас быть готовым убить этих псов тупых. Ау! Фига! Он, блин, сменил направление во время того, как меня атаковал, я этого не ожидал, поэтому он меня задел. Фига их тут. Так, так, так. Надо выйти на открытую местность. Иначе тут тяжеловато с ними, со всеми иметь дело. Не, ой, это мертвое. Патронов у меня, конечно, маловато опять.
Это броня? Или что это? Да, это броня. 100 брони она мне дает. А, я могу прям использовать. То есть она не автоматически применяется. Так, наверное, сначала мне стоит убить эту еще одну псину, которая где-то тут вроде находится. Или я путаю что-то. Хорошо, похоже, я что-то путаю. Походу, тут она только одна и была. Ладно. Идем тогда вовнутрь. А, тут дробовик. Автосохранение. Да, вот этот дробовик, который притягивает правой кнопкой. Окей. Эй. Не-не-не-не. А, стоп, тут дверь еще же есть. Броня. Я не помню, тут какие-то секретики еще были? Или что? Блин, я такое ощущение, что вообще изначально тогда не все эти двери видел. Когда я играл в демку. Так, ну что ж. А, это я знаю. Можно, да, прыгнуть и прокатиться. Здоровье у меня полное, типа. Пульки. Желтый ключ. Ага, я помню, тут что-то было. Хе-хе-хе-хе. Отлично, отлично, отлично. Так, мне теперь нужно прыгать вот туда. Ой, нет, нет, не туда, вот туда. Так, я что-то не так сделал. Походу, надо, наоборот, вначале пригнуться, а потом прыгнуть. Да ведь? Я ничего не путаю. Да. Так, ну я нашел желтый ключ. Так что... По сути, мне уже ничего тут, наверное, делать и не надо больше, кроме как идти уже в ту желтую дверь. Что у меня часто как-то камера зависает, такое ощущение. Каждый раз, когда я смотрю на нее, она у меня зависшая. Так, где тут выход опять? Вот сюда, да? Да. Ладно, идем в желтую дверь. Может, он мне тех челиков еще завалить просто так для прикола? Вроде еще какие-то ачивки за то, чтобы я всех людей на уровне убил, типа невидных. Пули я на них тратить не хочу, поэтому вот так вот. Конечно, прикольная вещь. Лопата, бензопила. Блин, бегают они быстро, но зато не совсем в выгодную для них сторону. А ты тут стоишь, боишься просто, да? Все еще. Хотя я не тех людей убил в домах, так что... Ладно, неважно. Погнали в желтый дом. Так, это что, это жрачка, да, у меня здоровье полное. Я ее использовать не могу. О, там острый соус, да, чтобы писать огнем. Да, это я тоже использовать не могу. Ладно, я думал, что у меня все плохо, но сейчас уже постепенно становится все нормально. Я как бы немножко привыкаю. Приспосабливаюсь. Да. Писать огнем. Как там менять предметы? А, X и Z. А я могу уже просто... Ну, давайте, использую. Надо людей так поубивать. И не только людей. Всех, кого можно. Пока оно действует. Или она уже не де... А, она уже не действует. Ну ладно. Жаль.
Target acquired. Да, только не успел ты с этой целью ничего сделать. Я тебя опередил. Говно ты тупое. Бесполезное. Ладно, полечиться не могу. Ух ты, прикольно-то как. Вау. Клёво. Да, и типа на R, чтобы нажать просто, чтобы предыдущее оружие, последнее, выбрать. Ладно, людей я всех убить не успею, наверное. Что тут? Ага, броня. Точнее, не то, что не успею, а просто мне лень. Это я по-любому и раньше их не всех убил на более начальных этапах этого уровня, так что вообще пофиг. Да открой ты эту дверь уже сраную. Так, бронька. Интересно, более поздние уровни, которые все более и более психоделическими будут становиться, это будет очень классно. Ага, я все-таки нашел еще один плакат, то есть они не все только по одному на уровень. Ну-ка. А, ну это не отбивает. Ладно. Ау. Давай-ка, я хочу еще раз тебя отбить. А, то есть ты их не можешь убивать, да? Пули просто не работают на них. Ну капец. Так, в бассейне есть что-нибудь? Капельница. Которая мне, походу, не нужна. Я бы поспорил, но ладно, неважно. Так, а тут явно что-то есть. Опа, я вот этим давно не пользовался. А, я тут уже был. В этом доме, окей. Ой, я чуть не упал. Ну-ка. Так, я здесь не был, да? Я уже вообще не понимаю, где я был, а где нет. Все настолько запутано. Пицца. Дом. Опа, еще один плакатик. Вау! Those moronic developers thought they could hide this from me? Жидкий азот. Ага, смогу замораживать врагов мочой. Окей. Я нашел секретик, вот это клево. Это приятно было. Не зря я тут, значит, все исследую так тщательно. Так, это на улицу. Так, отсюда я зашел, да? А вот тут что? А вот тут еще что-то. Броня, да? Вау, тут качельки какие-то, я таких не видел еще. Ай. Blood-drenched execution. А я могу, интересно, на качельках покачаться? Похоже, что нет. Ладно. Физика так себе в этом тут всем.
Так, 103, хорошо, хорошо. Откуда я пришел? До туда, да? Наверное. Хотя хрен его знает. Да, вот оттуда я пришел. Так что, так, этот дом закрыт. Я могу к этим челам притягиваться, это весело. Главное не свалиться потом в эту, в бездну. Так, я знаю, что он там под пирсом что-то есть. По крайней мере, в демке было, я не знаю, может уже и нет. Так, я могу вроде идти и в ту сторону, и в эту, насколько я помню. Может и нет, я не помню. Одномерных убивать не буду, потому что мне просто лень. Так, тут что-то дофига всего со всех сторон. Тут есть вход какой-то вот сюда. Тут что-то происходит. А там опять много кошек. Кошачьи мяты. Ау! Что это? А ты, говно тупое, прилетел непонятно откуда. Два! Охренеть. Как-то мне вот в этот дом, наверное, можно все-таки попасть. Пока не знаю как, возможно, вот с этой стороны. Что это было? Как это так? Охренеть. Это прикольно было. А тут, кстати, возможно, и был. Это что? А, это я подобрал здоровье. Так, это у нас патрончики. Это хорошо. Патрончики нужны. Всегда. Так, в этот дом я могу попасть? Да. Так, да, я точно. Я вот только думал, типа, что-то там я такое... Что-то тут такое есть, на что я обратил внимание, но я уже забыл, что... Вот теперь вспомнил. Давайте. Бойтесь. Он даже не попал в меня. Вплотную выстрелив. Так, тут ничего стоящего нет. Так, вот туда можно выйти, да? Я так понимаю, да. Стоп. Там соус. Как туда попасть? А, я, кажется, понял все. Да, просто вот дальше пойти вот в эту сторону и все. Так, хорошо, хорошо, хорошо. А, этот дом вообще в него нельзя попасть, потому что там окна даже непрозрачные. Так, ладно, сейчас надо выйти... Блин, как тут... Че? А, все, понял. Понял. Вот так вот. Так, ага, тут вот эти прыжочки. И, походу, надо вот с той стороны сюда попадать, да? Синим ключом, которого у меня пока что нет. Так, что ли? Так, ладно, этого завалил. Опа. Внезапно. Это еще что такое? Какая-то пасхалочка. Если тут секретик. Ж-
жесть. Если их не будут трогать, они меня тоже не будут трогать. Но я хочу их потрогать в конечном итоге, когда я тут все обследую. Жестко. Так. Прикольно, что остальным на все это насрать абсолютно. То есть это прям вот абсолютно насрать. Я их убиваю, а им пофиг. Music soothes the savage beast. О, ачивку мне за это дали, за то, что я их всех убил. Ха-ха, клево. Так, ага, там ключ должен быть, поэтому я туда пока... Надо... через... Здравствуйте. Ага, так. Ай! Так, ладно. Вот тут кола с бургером еще лежат. Бургер я потрогать не могу, потому что у меня здоровье полное. Так, сюда я не могу попасть. Да, окна непрозрачные. Здесь я был. Мне вон туда надо, да. Чтобы потом прийти с ключом. И вот все-таки там, походу, в этот раз ничего нет, да, внизу. Так. Да, тут раньше секретик был снизу, вот тут вот под мостиком, под этим. Так, ну ладно. Надо мне забрать то, что здесь. Это что у нас, здоровье, которое мне не нужно? Да, и в общем-то все. Больше ничего и нет. Вот там водопад какой-то в никуда идет, походу. Так, в этом доме я был явно, в этом доме быть нельзя. Мне придется это явно очень сильно нарезать все. А что, мне его убить надо, что ли? Я его во второй раз уже вижу, кстати. Ладно, в следующий раз, если увижу, то убью. Попробую, по крайней мере, я не знаю. Да, вон туда я могу прыгнуть. На, говно-то тупое. Да, с дробаша эту фигню очень легко убивать. Так, тут вот синий ключ. Вот это весело, кстати, так делать. Ау! Так, да, я подобрал синий ключ, я молодец. Мне теперь нужно... Тут вот все посмотреть, если что... А, мне хилиться даже и не надо. Ну, броню разве что подобрать неплохо было бы. Еще броню. Столько брони, сколько никто никогда не видел. Так, в те два дома я не могу, да? И в этот тоже. Окей. Уи. Ага, я снова тут. Где я уже всех завалил. Мне теперь нужно идти к дому, где синий ключ. Вон туда, потому что я был там. Был здесь, был везде уже. Отлично. Ау. Да я не успел пнуть. Ой, сзади где-то еще.
В жопу пошел, ублюдок. Так, ладно. Идем сюда, значит, что тут уже все на бок начинается. Неприятно. Это все для мозга. Это не секретик ли какой-то? Нет, это я просто прошел туда, где и так бы оказался. Понятно. Просто так трачу время. Так, голова уже начинает офигевать от происходящего немножко. Этой всей наклонности. Так, я использовал синий ключ. Да, это я знаю, что можно зацепиться за вот эти светящиеся штуковины. Туда я не могу, да, попасть? Эх, жаль. Да вы чё? Где тут все мрази? Мне нужно что-нибудь вообще? Я даже не могу эти шкафчики открыть, вау. До чего докатились. Так. Броня. Так, ну-ка, я смогу этого челика так сейчас убить? Ты чё? Я должен был тебя отбить. Найс. Я не знаю, зачем я тебя убил, просто так захотелось. Так. Ладно, ладно, ладно. Тогда все хорошо. Так, ладно, в тебя не попал, считай, тебе повезло. Еще один выстрел я тратить не хочу, но хотя... Вот так вот я могу сделать. Так, теперь... Тут есть что-нибудь с этой стороны, какие-нибудь секретики и прочее? Наверное, нет. С этой стороны тоже, да? Или есть? Если тут не будет секретика, я буду разочарован. И вот тут и нет. Ну что такое? Как так? Специально же как будто сделано, чтобы можно было так перепрыгнуть. В результате нифига. Так. Посмотрим здесь, опять же, сначала. Да, и тут тоже ничего нет. Я попал в тот дом, который я бы попал и так, просто с другой стороны немножко. Отсюда вот я бы зашел, да? Да. Значит, тут я все комнатки исследовал. Пицца. Бронька. Ты тупой дебил, мне не нужен. Тут опять наверняка ничего нет, никаких секретиков. Мне просто вот хочется так вот смотреть со всех сторон. И что-то пока что в последнее время... Особо мое любопытство не было вознаграждено. На. Так, это я съесть не могу, понятно. Офигеть ты. Жирный. Так, тут у нас что? Пока что ничего опасного. Я не хочу на вас тратить патроны. Так, жрать я не могу. Броня. Мне до сих пор-то
переносная броня с собой есть, которую я, по сути, могу использовать. Но у меня и так, я обычной-то броней уже сколько набрал. Так, мне вот сюда теперь, наверх идти. Так, тут сейчас будут ублюдки. Ай, да блин, я пытаюсь пнуть. Ладно. Мне уже даже похавать придется то, что они выронили, если... Да, походу, все бургеры улетели в пропасть. Очень жаль. Так, и в этом доме вроде уже портал находится, да? Это финальный дом уже? Я не помню. Но тот факт, что из него больше некуда идти, то я так понимаю, что да. Да, там телевизор. Окей, хорошо. Мне тут все доисследовать. А тут мне явно придется повырезать, потому что как бы почти час я один только уровень прохожу, и это жесть какая-то. Так, а тут больше ничего нет. Окей. Стоп. А тут, походу, реально ничего нет. Ладно. Ой. Звуки теневых клонов из Наруто. Чё за фигня? Так. А за 2 минуты вы хотели, чтобы я его прошел, да? 4 всего плаката я нашел из 10? 2 секрета, офигеть, я настолько вроде очень проходил так тщательно, чтобы прям вот... Как можно за одну... За 0,005 секунды пройти этот уровень. Как? Чё за бред? 76%. Что ж, ну ладно. Дальше тогда.